Вы видели вообще, как было? Видел. Два слова скажите мне. Скажу. То есть этот автомобиль стоял? Стоял. Включенные габариты, включенная аварийка. Я проехал буквально до круга бульвара Кольцова, услышал хлопок. Ну, хлопок такой глухой, как будто из пистолета кто-то выстрелил. Сделал круг, тут возвращался и видел ситуацию. Вот все, больше ничего. Сколько в легковом автомобиле было? Я видел, как достали одного пострадавшего выжившего и вот это вроде бы пассажир, который не выжил. Все.